Привет, ребята! Давайте проверим, что произойдет, если раскаленный металл вылить в порох. Внимание! Видео несет в себе исключительно развлекательно-ознакомительный характер. Смотрите, но не повторяйте. Для начала разомнемся на вот таком лего-человечке. Надеюсь, Хайпик не очень расстроится, что у него забрали игрушку. Мы уже проверяли его другана на прочность строительным феном. Пришла очередь облить металлом. Газовой горелкой растапливаем чушки и устроим горячий душ. Наверное, душ показался холодным, и человечек решил прилечь. Покойся с миром, павший воин. Такой вот небольшой след остался на том месте, где лежала фигурка Лего. Следующим будет цитрус, а конкретнее его мандарин. Кстати, еноты, в отличие от котов, к такому фрукту очень даже неравнодушны. Пока мы тут болтаем, металл уже плавится. Как он красиво булькает. Мне это напомнило фильм «Терминатор». Разломим мандаринку и посмотрим, что там внутри. Получилась вот такая необычная футуристичная фигурка. Был бы у меня сервант, обязательно туда я поставил. Пришло время проверить, что будет, если раскаленный металл вылить в порох. Только запомните, с расплавленным металлом игры плохи, да и с порохом тоже. Короче, не повторяйте то, что увидите. Видать, для запала нужна искра, или еще лучше открытый огонь. Ребята, если есть идеи, что еще облить металлом, пишите об этом в комментах. Захотел подписаться? Не забудьте про колокольчик. Всем хорошего дня и пока-пока!